друзья, это случилось в ночь с ночи на 6.06. Мы проснулись, и персик и абрикоса полностью живые листья полетели. Облетели живые листья. Вот такой вот живой листик. Я считаю, что это все-таки была какой-то выброс. Это у нас Шевченковский район. Потому что до этого стояли прекрасные деревья, зеленые листья. Потом показываю, что под персиком. Зеленые листья. И главное, только персики и абрикоса. Вот такой стоит персик. Есть зеленые листья, немножко остались, но в основном вот это 2 дня прошло. Зеленые были, деревья зеленые. Утром мы проснулись, вся земля как снегом укрыта листьями. Вот абрикоса. Конечно, это работа экологических служб, которых, к сожалению, в нашей стране нет. Поэтому предприятия творят, что им хочется. За такие факты, конечно, должны расследоваться. А что здесь расследовать? Шевченковский район. Очень просто узнать загрязнителей, которых все знают, и узнать, что выбрасывают. Это было в ночь на воскресенье, если сегодня у нас 8, 7, 6, в ночь на 6 июня. Абсолютно живые деревья сбросили, просто сбросили листья. Друзья, напишите, или только наш регион, Шевченковский или Бабушкинский, или же это весь Днепропетровск такое.